Вы свингеры. Полет шмеля. Друзья, всем привет, меня зовут Николай, я гитарист группы The Light 3, и это новый выпуск с чат-рулеткой. И, кстати, у меня сегодня день рождения, так что лучшим подарком от вас для меня будет это. Поставить лайк, написать любой комментарий, подписаться на канал, нажать на колокольчик и в идеале досмотреть это видео до конца. Все, не буду затягивать, смотрим видео дальше. Что нам сыграете? Знакомая песня? Что-то похоже, но не пойму. Английская? Да так. А вам какую, английскую или русскую надо? Русскую. Нам надо песню. Другую русскую? Это пьянка. Да, все правильно, все правильно. А какую вам русскую сыграть? Давайте какие-нибудь тоже старые. Старые? Вы сказали старые, вот. Ветер с моря дул, да. А зачем тебе вот эта черненькая штучка? А просто оно так звонче звучит. Если я уберу, будет так звучать. Ну да. А если поставить, то будет вот так, слышишь, да? Да. Да, сфинктеры. Кто сникерсы? Кто вы там? Мы сникеры. Ой, мы свингеры. А, понял, понял. Нормально, чё. Что еще можно? Можешь продавать свои сэмплы. Давай. Что, забыл, как играется? Да. Давай что-нибудь жизнеутверждающим после экзамена. Мой экзамен написали. Ой, это нервно. Что? Да не, я с телевизором и с другом. А, ну все, вот давай. Та штука рядом. А, ну все, давай. Давай, наверное. Как вот эта хуйня называется? Какая? Братан, подожди. Вот это вот, которая висит на этом. Вот это? Да. Это каподастр. А ты без нее можешь играть? Конечно. Она тебе что, мешает? Она тебе что, мешает? Да, она мне в глаза светит. Вот эту песню знаешь? Да.
дурацкая песня. Какая? Дурацкая. Да что ж такое, сбился, давай еще раз. А ты что делаешь, чат рулетки? Я не знаю, просто так сижу. Просто так, это у тебя линза такая или что это такое? Да. А где такую взять? Алиэкспресс. Соя давай. Вот это знаешь, соя? Цоя я играл, давай. Цоя я уже играл. Как это может играть? Как это может не нравиться? Нет, вот это как раз-таки всем нравится. Давай тебе сыграю что-нибудь, какую-нибудь классику. Давай. Ну так, типа. Так. Пять из десяти, да? Да ладно, я шучу, хорошо, очень, я специально так играла. Сейчас я выучил вот это вот. Да, очень красиво вообще. Знакомо? Да. Да, вот я сейчас прям сидел, учил, но он сыграл другую. Вообще очень красиво. Слушай, кузнечика. Вот. О, давай ебать что-нибудь. Что? Сколько нам нальют лишь на столе? Алло, шмеляй. Я его недавно не играл. И все. Ну, я его забыл, короче, забыл. Я его 10 лет назад играл. Привет. Как жизнь? Да нормально. Ксюша не дает, видите? Ксюша не дает. Тебе Ксюша не дает? Да, Ксюша не дает, видите? Давай, знаешь, курильщикам трудно без плана. Не, я такую песню не знаю. Вот такую, знаете? Четкий пацан. Ты случайно не даешь уроки? Даю. Кинь номерочек сюда, пожалуйста. Ну могу YouTube еще скинуть. Там можешь ВКонтакте написать, у меня там Instagram, контакт. Если хочешь поучиться у меня игре на гитаре онлайн, то пиши мне ВКонтакте или Инстаграм. Ссылки в описании. И не забудь поставить лайк этому видео. О, привет! Привет! Я тебя в ТикТоке видела. В ТикТоке или в Ютубе? Да без разницы, одно и то же. Одно и то же? И что там делал? Ты на гитаре играешь. А что я там играл? Ну ты походишь по этим, по чат рулетке, выбираешь людей, играешь им песни, нет? Привет. Привет.
Что вы там делаете? Хотите, чтобы ты сыграл нам песню? Пожалуйста. Знаешь, какую? Какую? Бахтером. Очень красиво. Кого? А ты петь не будешь? 20:21. И он снова сидит один. Это грустное, типа чат-рулетка. И он сидит и думает, где-то о ком. Но это лето не сулит ничего. И он смотрит в пустое окно и думает снова о съемной хате. Да ладно, блин, я не буду звонить твоей маме. Мне так похер, мы не будем переезжать. Я найду хату, и этого не отнять. И этот парень сидит, играя на гитаре, смотрит на меня в полуразмытом экране. И вот у друга уже звонит телефон, и он отвечает, и там, сука, какой-то гондон. Но это не важно, песня уже не про это. Ведь за окном уже вроде почти лето. И парень сидит, спокойно играя на гитаре. И я потом звоню своей маме и говорю: мам, хату я уже почти нашел. Она говорит: сына, ну ладно, хрен с ним. И я пошел. Йоу. Такой мой грустный рэп. Yeah. Хорошо, круто. Ну как тебе? Мне понравилось. Мне думаешь? Понравилось. Да, вот сейчас было слышно, сейчас было прям супер, хорошо. А, ну у меня, видишь, голова такая, рифмы как-то они так быстренько приходят. Я вот смотрю на тебя там, туда, я так вот так вот их все так переплетаю. Я рэпер, и этого не отнять, это мои рифмы. Ой, какой ты красивый. Ксюша. Ксюша, да, Ксюша. Ксюша не дает. Ксюша не дает, да. А кто это? Ну, это песня такая есть. Ксюша не дает называется. Что вы можете сыграть? Да любую песню могу сыграть. Любую можете? Да. А давайте будем... А вы можете батарейку сыграть? Батарейку. Так. Ух ты, круто! Стой, блядь, стой. Бля, я тебя опять встретил. А, ты у меня был в ролике, да? Помнишь что-то? Ты поешь хорошо, да? Да. Ну, типа того. Да, ты читал комментарии? У меня там что-то писали, вроде ты хорошо спел. Да, там понравилось. Да, там многие писали про тебя, что ты хорошо поешь. Да, приятненько. Что, ты еще какую-нибудь песню споешь? Я снимаю, да, опять. А, ну, в принципе, можно, а что бы ты хотел? Да не знаю, что ты в тот раз, я помню, пел «Выхода нет». Выхода нет. Нудный какой-то, да? Кто там нудный? Да был один человек. Кто там нудный? Чем он нудил? Он очень медленно говорил. Очень медленно, нам надо быстро, да, очень говорить? Да. И играть очень быстро, да, вот так вот. А я хотел... А сколько можно научиться играть на гитаре? Да не знаю, мне за месяц можно научиться. Ну, типа базу, да? Вот это, значит. Да, вот так вот за месяц можно играть. Ну, такие легкие песни можно за месяц играть, типа... Или что-то вот такое можно научиться. За месяц все. А ты сколько играешь? Ну, где-то месяца два. Ого. О, крутяк. Неплохо, неплохо. Ну вот петь, если играть аккордами, петь, это вот надо долго учиться, где-то год-два. А вот так легко, ну, можно. Понятно. Вот, знаете, бывает, аккордами играют и поют. Вот так вот я не умею. Вот. Ну, научишься. А знаешь, там Мияги, Скриптонита. Ну, скриптонита могу одну песню только наиграть, вот это вот. Mm-hmm.
Проглатываешь, дружище. А ну еще раз, что не так, еще раз? Тара-дара-дам, там, а у тебя хромает вот это вот, тара-дара-дам, ну, то есть ты проглатываешь. Понял, еще раз. Сейчас лучше? О, да-да-да-да. А теперь быстрее. Вот, вот сейчас. Что? Нет, просто пальчики, пальчики, пальчики. Еще, еще технически. Еще. Да. И вот это, пожалуйста, убери. Когда идет вот это звукоизвлечение, вот это пьяу, убрать. Это пьяу. А ты что, гитаристка, что ли, мягче, или что? Мягче, мягче. Давай, ладно, да, еще раз, еще раз. Это просто очень сложная песня, я ее только вот начал учить. Я знаю, я понимаю. Ты ее играла, да? Нет, я просто собираюсь. Чуть-чуть. Давай. Ну. Идеально, знаешь, в чем проблема? Нужно прям вот это переходик смягчить, переходики смягчая, смягчая, потому что слышно. Нет! Стой! Стой! Ты имеешь в виду? Вот это вот плохо, тебе не нравится? Да, 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 да. О, да, да, идеально, вот. Да, да, это просто плохо. Вот это, да, вот, тебе не устраивает? Идеально. Понял, да, в чем? Так очень технично, все красиво, но вот это вот убирай. Я люблю музыку, у меня абсолютный слух просто, я шарю. Понял, но понял. У тебя очень клево лирическое настроение, я знаю, что ты тонкая душевная организация, человек 100%, все понял. Дела, загон, молодец. Но у тебя все получится, просто, просто не насилуй инструмент, он и так часть тебя. Просто не делай вот это, убери эту хуйню, и все будет идеально, правда. Понял. Но у тебя все, у тебя, но ты лирика прям звучишь как природа, понимаешь, как звучит природа, как солнышко, как волны, птички. Там все птички. Понял. Только вот это убери и. Понял, но это у многих гитаристов такая проблема. Ну а так это же в этом и фишка, что когда ты от этого избавишься, ты станешь виртуозом. Чистый звук. Хочешь, покажу осла? Давай, показывай. Он сейчас на меня смотрит. Привет, мужик. Сможешь Моргенштерн Кадиллак? Да. Играешь, мужик. Вот, все. У тебя любимый певец какой? Моргенштерн. Круто, все, давай. Чувак, а что-нибудь можешь за Моргенштерна? Мы не фанаты, мы просто слушаем музыку. Моргенштерн. И что тебе играть, какую песню? Да хрен знает, а что умеешь? Моргенштерна. Блять, нет, фу, нахуй, нет. Я сейчас переключу, пожалуйста, нет. Только не это говно. Так, ну ладно, а что тогда? Ну, из классики что-нибудь. Такое, блять, я не знаю. Linkin Park, Avril Lavigne, Sum 41. Ооо, да ну нахер. Thank you.
Я тебя запишу, можно? Да. Привет. Что привет. Такое? Чё ты смеешься? Дорогие друзья, всё.